лет строили 70 километров дороги. Инженером был полковник Шушко Сарсгарди, который строил дорогу. Впервые по этой дороге ребята асфальт начали где-то в 65-66 годах. После 74 года, как открыли верхнюю дорогу, к которой мы ехали на Севастополь, эта дорога была брошена, она была полностью разбита, здесь невозможно было ехать. Яма на яме, кусками асфальта не было. В 2005 году, ребята, француз финансировал ремонт дороги. Вот что вы видите, опорная стена, металлическое ограждение, вложили асфальт. Это все благодаря французу, который финансировал ремонт дороги и проводил он здесь авторалли, чемпионаты Европы. 36 стран участвовали в авторалях. После авторалли, ребята, два дня дорога была закрыта, не давали нам два дня работать. Два дня кранами, эвакуаторами доставали, возили разбитые машины. Почти 50% ребята этих машин ушел вниз, кувет. Две команды очень сильно пострадали, команды Чехии и Грузины. А так ушли перелом, у кого-то был, кому надо было гипс ставить, домой проводили, кому ложили больцу, ложили больцу. Ребята, это все интернет есть, поэтому можете смотреть. 2005 год, 23 сентября. Этот день и канатная дорога была бесплатна. Французы канатную дорогу тоже финансировали. С 8 утра начали народ подымать, до 3 ночи спускали, все бесплатно. Что имело от этого, никто ничего не знает. Мы очень большие деньги вложили в ремонт дороги. В этой авторалли, ребята, первое место заняли. С Украины участвовало всего 4 машины. Вот эти 4 машины, как майские праздники закончились, начали здесь тренироваться каждый день, вверх-вниз, почти 4 месяца. Еще обратите внимание, до сих пор в пару местах даже сохранится, на деревьях какие-то цифры написаны. Это номер поворота. Киевляне измеряли, писали, уже штурмозвал каждый поворот, что к чему. А когда приехали все, работали, они один день мотались сюда, тут, ну, ознакомились с дорогой. Потом закрыли, был чемпионат, 50% ушел вниз, киевляне взяли первое место. Первая остановочка. Идем на водопад Учансу. Падающая вода. Летящая. А, летящая вода. Падает, летит. Ну и как она летит? Варенье из сосновых шишек. 150 метров, говорят, пройдем. И Учансу. Воды нету, вода только весной. Сейчас небольшая струйка, когда дожди, тают снега. Скорее всего, почти подошли. Футболочки, сувенирчики у Чансу. А, воздух, красота, смотрите, вверх. Еще не подошли ущелья, а уже какая красотища. Вниз. Ну прям корни дерева здесь. В скале прям. Смотрите, растут корни. Смотрите, прям в скале корни. Убит. Впереди какой-то цветочек. Аленький. Природная достопримечательность. Какие-то ступенечки, поднимемся быстренько. А там что, спускаться не? А ты меня тоже сразу что-то, я все же поднялся зря. О, видосики. Сосны. Ну вот и подошли мы к ущелью. Ну, воды вообще, а вон струйка есть. Ну, вот вниз посмотрим вот здесь. Вот весной, говорят, несколько дней дожди пройдут, хорошие дожди, снега тает, и тогда тут вода такая летит, настоящая летящая вода, и звук слышно на километр аж воды. А сейчас вот такая струйка. Вот. О, орел. Где? Вон наверху. 98 метров. А сюда. А здесь надо. Это брызги прям сюда, наверное, да, кидают? Вот, скорее всего.
ущелье. Сейчас сниму. Вот с Учинсу идем, посмотрите, какой красивый видок, это все низ, низ спускается. Деревья, смотрите, какая красота. Камни вон поросшие листвой, кустарниками, да. Есть что посмотреть в Крыму. Недаром сравнивают с Италией, с Францией. Эти варенья из сосновых шишек продают. Можно его попробовать. А вот про водопад Учинсу. Ну, кто хочет, остановите, почитайте. Вон там видно вода с разливами, когда идет. Да, 250. Вот едем, едем. Плато Ай-Петри, остановились на озере, говорят, Черепашье озеро называется, здесь много черепах, ну, скорее всего, вон где камыши, а так вот, красивое озеро, офигенный вид. Что, обойдем, нет? Куда? Куда? Видишь? Так, вот там, ага, вот нам сразу сказали, что черепахи в камышах, и вот одна сразу лежит, греется. Тортила большая. Вот пробираемся по кругу озера в домик. Вон, о, посмотри, сколько сидит. Ой, смотри сколько! Ёпа! Учинсу! Учинсу. И вон они плывут, смотрите, галапагосские черепахи. А вон, смотри, на листиках тоже греется. Вон их сколько. И вот здесь. А вон классная прямая. Ну и вот еще тропа. К источнику, говорят, самая лучшая минеральная вода. В Ялте лучше любой минералки. Вот уже там народишко суетится. Говорят, лучше пива и водки вода здесь. Сейчас посмотрим. Вот она течет. А, тут один сосучек. Здесь можно сходить. Очередная остановочка. Серебряная беседка. В 1912 году строилась. Любил мне отдыхать Николай II. Беседка здесь. Гора называется Пиндикюль, да? Скала. Скала Пяти Озер. И здесь отличный видок, говорят, будет. Но туча отпускалась, это уже на Ай-Петри, наверное. Как нам в этом. В Пятигорске на Машук не повезло, только зашли. Вон она, беседочка. А вон Николай II сидит. Кто ж его посадит? И вот серебряная беседка. И вот сама беседка. Видите, она уже такая потрепанная, сверху кое-что растет, то есть уже со времен Николая II ничего не делалось. С 12-го года. И видочек. И облако находится. Ты как туда вышла? Ты как туда вышла? Вот, вид молча посмотреть. Все, уже дымка. Это катится быстрее, потому что
Ребята. Ну вот еще видите, все фотографируются здесь. Удачное фото. Так, пусть мне Катя пофоткает. Еще хуже. Досики, все молча смотрим, я сейчас вам снимаю, молча смотрите. Блин, не могу не прокомментировать, но это вообще просто красота. А вон та, смотри, тот камень. Вон туда сесть будет? Вон камень этот, красота. Видите, там внизу дорога идет. Пойдем. Александр II назвал честь полковника гора Шушко. Ребята, вот этот ряд впереди кафешки, на ту сторону впереди дачи строили. Тоже дали команду уже сносить потихоньку. Не снесут, власть снесет, на их счет еще мусор будут возить. Там такие дома построили, все сносить. Ребята, если хотите покушать, попить дешево, вкусненько, вот здесь можете кушать, пить, вас бесплатно привезут канатную дорогу. Если нет, едем канатную дорогу. Потому что там нет, там один заведение остался, а там цены космические. Вот здесь дешево, вкусненько, 300 грамм чистого мяса, к нему салат, кетчуп, мяч стоит 350 рублей шашлык. Через 4 километра на ту сторону начинается гору, лес, и 50 километров серпантина по горам вниз. Через 18 километров вот отсюда большой планин Крыма, потом уже по белые шары, ребята, это военная часть, это все локаторы. Гора называется Перепелиная, высота там 1301 метр. В этом районе самая высокая точка. Вот эта канатная дорога именно строили для военных. Когда страна распала, военная часть распала, канатка стала туристическая. Когда страна распала, ребята, эта база осталась в собственности Украины. Украина просто объект охраны. Там 5-6 солдатиков были, один прапорщик и один офицер. Просто объект охраны. Россияне просили арендовать эту базу, не давали. Ну как стала Россия, ребята, днем и ночью, да, и техника, и оружие, и солдат бросили. Вот это локаторы прихватывают Черное море, Средиземное море, везде видели, где что происходит. Она же до сих пор украинская, да? Да нет, нет, я же говорю, российская. Российская? Конечно. Это, ребята, был ветряк. Это начало 90-х годов, когда проблема была со светом в Крыму, хотели несколько штук ставить, ничего не вышло. Первый раз, когда лопасть ставили вертолету, уронили, разбили. Потом как-то один раз лопасть ставили, ветром срывает, бросает по сторонам. Бросили, ничего не делали. Так и ток не давал. Вот деревья, смотрите, из-за ветра все в курсе. Ветер все. Страшный ветер. Бывает и секунды 50 метров. Думаешь, возьмешь с машиной, выпустим.
сейчас снят. Вот это военная часть? Да, да, да. Фильм Крым. Да, смотрите. Уже пригласили снять. Кавказская пленница в этих местах снят тоже. Там трясутся, видно, вот фильм будет смотреть, трясутся. Убойная сила, война почти. Вот где дерево Тис было, там домик было развалено. Там сняты. На платье его здесь по дорогам вытягивали. И на большой каньоне. Где трезубца, один уже не видно. Это и есть гора Айпетри. Высота Айпетри 1234 метра. Слово Ай Святой. Святой Петр называется гора. Хотя слово Петри, Петро по-гречески, ребята, камень, скала. Ну что там стояло храм Святого Петра до 15 века, когда еще жили греки, этого называют Святой Петр. Потом, говорят, турки это все ломали, вроде начала 19 века, там остатки были, сейчас там ничего нет. Вон мостик, видите, ходят. По мостику пройти, поверхность назад стоит 500 рублей. Там еще тарзанка, тарзанка 1000 рублей, сейчас увидите тарзанку. Тарзанка называют, стоит 1000 рублей вот это. Ребята, смотрите, справа, вон, два человека подходят, там, ну, под деревом, видите, там крыша белая. Вот на поляне, вот. Да. А, вот. Ага. Это геофизические пещеры. Чуть назад смотрите на поляне, там вагончик белый, вот. Каждые 6 минут вагончик не едет. Как надо есть, подошли, взяли и вниз. Или это. Если вверх будете подниматься, вон красные палатки и тропа пошел, вон люди идут красного, видите, по лесу. Только смотрите, осторожно, там камни очень скользкие, сколько там ходили эти камни, как шлифованные. Под ноги смотрите, не спешите, потихоньку, осторожно. Что, пойдем туда? От здания тоже с левой стороны красивая панорама, сходите, смотрите, фоткайтесь, если это облака пройдет, будет красиво. Так, ну вот здесь это джипинги сразу на вашем покататься. Вот здесь пешочком надо подниматься. Там, да, вот канатная дорожка, пройти по канатной дорожке 500 рублей. 15-20 минут, в зависимости, как будешь идти. Здесь же сувениры. То есть скалистые, очень маленькие, только деньги берут. И вот это верхний, у нас это верхняя канатная дорога здания. Каждые 6 минут хоп-хоп, 400 рублей и слетел вниз. Тарзанка, покажу 1000 рублей тарзанка. В общем, только бабосики тут отстегивают. Ветер здесь ужасный, поэтому говорит, да, предупреждали, что вообще ветра здесь сильные. И здесь сейчас задувает ветер. Ну сейчас посмотрим, будем подниматься. Да поднимемся, тут не советуют. Вот Айпетри 2019. На верблюдах вот катают 300 рублей. Конечно, надо прокатиться, ничего.
варежки, тапочки вербружачьи, все вербружачье. Ценники, правда, нет ни на счет. Варенье 100 рублей. Варенье из лепестков рост 150, варенье сосновой шишки 100 рублей. Хот-дог 100 грамм, бургер 100, спортивно 25 грамм, чай 50 рублей. Так, ну что, начинаем подъем, сколько время? Ну, засечем, за сколько мы дойдем. Я смотрю, вы после родника омолодились. Вот подъем продолжается. Камушки многие отполированы и скользкие. Хорошо, дождя нет. И не после дождя. О! Красота, какое дерево. Вон слева. В гостях у сказки. Ну вот видите, вот так идти. Еще обратно пути можно. Конечно, надо будет запустить. В общем, вот так. Идем, идем, идем. Видите, везде стрелочки, чтоб не заблудиться. Вот. Ну явно тут за 15 минут не поднимешься. Вот знаковая табличка. Вы прошли 200 метров. Вымотались как собаки. Тарзанка! Вот видите, поднимаемся до сих пор. Вот здесь подъем лучше, наверное, здесь не подниматься, чуть правее. По мелкой щебеночке. Умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. Попить. Чего? Попить. Ты сейчас пойдешь подать, тебе ногой заденут. Флаг российский, когда-то, наверное, украинский висел. Свергли. Сейчас чуть-чуть еще и придем. Так, ну вот мы добрались до флага. Сколько времени? Быстрее мне время. 11.52. 2 минуты. Было 2 перекурчика по минутке. Итого получается 16 минут, с перекурчиками 18. Это вам реальное время. Неспешным шагом. Ну и вот здесь, по этим, по ступенькам, 500 рублей по лесенке. Ну все, виды смотрим. Thank you.
Ах, ветер сильный, то дымку натащит, то видите, вообще ничего не видишь. Бочку держим, чтобы не слепело. Так, вот еще не рассеивается. Эти еле ползут как. Летишь, повиснешь и все. Вот ждем, рассеивается. Вот тут вот, вот. О! Рассеялось вон море. И смотрите, мисс Хо. О! Застали. Вот люди, видите, за 500 рублей. Потрафь. О! Рассеялось. Табличка, высота 1234 метра, вершина Ай-Петри, плато, точнее Ай-Петри, а гора Шушент или как она. Так, рассеялась, теперь с другой стороны виды, видите, море, Алупка. И вот здесь вот тут два человека стоят там на самом краю, куда прийти в видосики, вот идти долго. Ну еще вам видосики сниму. Вот видите, какое заграждение здесь. На честном слове держится. И здесь вы видите, уже не держится. Вот держусь здесь. И смотрите вниз как. Вот это ради этого и стоит снять. Под елочки забрался и еще виды. То есть не каждый день поднимаешься на Ай-Петри и не каждый бывал здесь, поэтому показать хочется многое. Вот видите, какая прям елочка здесь. Вот такой вниз и вон там Алупка. Ну красота, красота, что сказать. Приезжайте, конечно, смотрите. Вот, ребята, для мусора красивая мусорница из дерева, но никто не вывозит. Опять пока Путину на горячую линию не позвонит, не скажет, никто ничего не сделает. Ну как так? Деньги со все берут здесь, а вывезти? Вот дерево в гостях у сказки номер 2. Тут леший бродит, русалка на ветвях сидит. Пока не видно. Дерево такое интересное. Ну? Просто спросил. Одежда на прокат даже. Утеплят. Ну, свинья тут. Ну и вперед на канатку, обратно уже спустимся. Вход на посадку, взрослый 400, детский 250. С 10 до 5 станция. Верхняя станция с 10 до 6. Нижняя до 5.
Ну, а вот здесь кто? Выход на посадку. Идем. Попадаем в селедку. В общем, поехали, виды отличные. А и Петри во всех частях. Я хвост смотрю. О, теперь.
Облака помнишь приезжали? Вот там, да, я буду завести. А смотри, внизу сейчас машины ездят, дорога. Вон там уже. Ой, вот интересно, да? Собирают. А что еще раскачивает? Тот ветер, наверное. Как-то это не собирает, собирают люди. Я на самом солнышке иногда. Вон там, на ебаде. Все? А теперь смотри сюда, Вова. Вон туда, на море смотри. Видишь свет? Или не горизонт, ну, видать, сегодня вообще что-то, да? Снимается. Переплыли.